кража. Они только за... Пилишь взглядом монитор просто. Сейчас он... Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами Б, В, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Общая сумма ущерба составляет около 100 тысяч рублей. На период предварительного следствия фигуранту судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Я хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции за то, что они оперативно сработали, нашли нас и по горячим следам приняли все оперативные меры. Чем скрывали? Ничего не вскрывали, бак на улице. Он же назвал его, где вскрывал.